Слава Богу, дорогая церковь. Мы все знаем, почему мы здесь. Мы здесь прославить имя Господа. Живого Господь. Он есть живой. Сегодня заповедь, и мы вспоминаем смерть Иисуса, что Он пролил свою кровь за нас, за то, что Он простил нас. Ну что, очень хорошо, что Он не остался мертв. Он не остался в гробу. Но Он воскрес, и Он живой, и Он здесь, на этом месте. Аллилуйя. Давай будем спевать эти песни вместе, как одна церковь, Господь. Чтобы Бог был здесь и работал в нашей церкви. Спевайте вместе с нами, давай вместе будем служить Богу Господу. Аминь.
Слава Тебе, Господь! Благодарим Тебя, Господь, за эту кровь, Господь, которую Ты пролил для нас, Господь. За то, что Ты простил, Господь, нас, Господь. Нет Твое лучшее имя Иисус. Помоги нам, Господь, как одна церковь, Господь, прославлять Твое имя, Господь, во имя Иисуса, что мы не боялись, Господь, поднять наши руки к Тебе и просто прославлять Твое имя, Господь. Во имя Иисуса, благослови это собрание, Господь, эти проповеди, Господь, что Ты говорил, Господь, через эти слова, Иисус. Во имя Иисуса, благослови, Господь, нас, Господь, во имя каждого из нас, Господь, во имя стоящего на этом месте, во имя Иисуса, что когда мы ушли, Господь, что мы ушли, Господь, во имя Иисуса, и пребывали в Тебе во имя Иисуса. Ты достоин всю славу, Господь, достоин всю честь и хвалу. Да будет Тебе слава, да будет Тебе хвала, Господь. Слава Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.
Церковь дорогая, мы стоим в присутствии Божьем, в присутствии всемогущего, всевидящего, всезнающего. И я приглашаю вас, чтобы нам еще поклониться Ему, прославить Его. Он достоин. И давайте заглянем, что же на небесах, как там происходит поклонение. И сделаем так, как там поклоняются. И смотрите, Откровение говорится так, 5 глава. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы и теми, тысячи тысяч. И что же они там делают? Которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». И давайте мы также еще в этой молитве будем восхвалять Его имя и будем говорить: достоин Агнец принять славу и честь, потому что Он нас омыл, Он нас очистил. Потому давайте пойдем в молитве, благословим еще Его святое имя.